Всем привет, друзья, меня зовут Фанрикс, и добро пожаловать в новенький видосик. Ребята, сегодня я решил сделать одну нереальную штуку. Сегодня я решил пройти зал зеркал с одним юнитом, с одной секреткой. Друзья, спасибо подписчику за такую идейку. Ну что ж, вызов принят, я сейчас буду это делать. Ребятки, ну, для начала начнем с изи, посмотрим, что мы на изи сможем сделать. А потом, если все пойдет окей, попробуем и на высшие уже левелах. Пока не знаю, ребятки, какую я буду использовать секретку. Но я думаю, она должна быть какая-то из Алмайти, ребят. Короче, это жестко пипец, ребята, потому что вы знаете, что дорожки могут спалиться вообще в других местах. Поэтому, ребята, пожелайте мне удачи. Ставьте лайкусик этому видосику и подписывайтесь на канал. Ну и не забывайте проходить в новый телеграм-канал. Там я постоянно разыгрываю какие-то прикольные призы. И также постоянно там с вами общаюсь. Заходите, ссылочка в описании. А я начинаю, погнали. А спонсором ролика выступает сайт FanPay, где вы можете купить робоксы, петов и многое другое в любой игре. Все, что вам нужно сделать, это найти нужную игру в списке, выбрать, что хотите купить, проверить продавца, купить предмет, после чего получить предмет и подтвердить сделку. Покупайте робоксы и предметы в любимых играх на FanPay. Лучший сайт, который экономит ваше время и деньги. Ссылка в закрепленном комментарии. Итак, ребята, значит, полетели. А значит, что нам нужно сделать? Нам нужно для начала это все вытащить отсюда. Давайте мы вот так вот зайдем сюда, оставим. Короче, мы оставляем только одну секретку. Я, ребят, знаете что? Даже не секретку, я даже еще лучше. Эксклюзивку мы оставляем. Unequip и одеваем только вот эту вот подругу. Ребята, мне кажется, она должна соло затащить. Прямо чувствую. Ну и, конечно же, ставим вот эту вот подругу. Без нее никак. Так, все, погнали, ребят. Значит, идем, тащим первый уровень. Это у нас изи. Тыдыщ, погнали. Главное, чтобы, ребята, повезло. Главное, самое основное, чтобы нам дали какие-то рядом дорожки. Если даже рядом дорожки не будут, ребята, я уже себе выработал такую стратегию и такой план, что я буду просто переставлять. Просто буду переставлять. Если что, то мы сможем задевать где-то вот отсюда хотя бы. Я думаю, она должна задевать несколько. Вот здесь дорожек должна несколько задевать, даже если мы где-то вот здесь ее поставим. Если вдруг будет какая-то дорожка вот здесь прям далеко, мы тогда сможем ее задевать, потому что у нее рейндж просто нереальный. Так, нам нужно денежки, давайте. Я думаю, что все-таки мы здесь, вот здесь где-то поставим ее, ребята. Вот здесь сейчас поставим. Если повезет, у нас дорожки будут идти все в ту сторону. Если не повезет, тогда будет идти в ту сторону, но мы сейчас пока что ее поставим и не будем прокачивать. Просто вот денежку ставим. Тыдыщ, отлично. Все, и не будем ее прокачивать. Нам наша цель сейчас собрать 1250 долларов, точнее йен, и поставить сюда где-то вот тут с краешку, чтобы она задевала всех. Максимально низко, я думаю, где-то вот здесь мы ее максимально низко будем ставить. Так, идут бандиты по 10. Ну, мне кажется, должно быть легко. Вот прям чувствую, что должно быть легко. Ну, не знаю, ребята. Если, конечно, ну, даже если будут какие-то сильные мобы, пока что вообще не страшно. Хотя хп мало, 2000 всего, но пока что вообще не страшно. Но денежек мало. Я уже думаю, ребята, может, знаете, что нужно было сделать? Может, я неправильно сделал, может, нужно было мне поставить вот эту вот подругу, которая у нас Мейдж Пинк Энджел, и как она там называется. Я не ту поставил, ну ладно, бог с ним. Ну, я чувствую, что мы сейчас немножко, чуть-чуточку мы сольем, чуть-чуть вообще, буквально. ХП, я думаю, где-то 50 мы сольем. Так, первый минус, здесь ХП ушло. Давайте быстрее, пожалуйста, быстрее, зарабатывай. Зарабатывай денежку, быстрее зарабатывай. Так, вторые ушли. Так, 1000 у нас осталось, 1000, 1000. Еще есть, все, погнали. Все, улетаешь, чувак. Давай, тыдыщ, найс. Все, а где солдатики, я не понял. Где солдатики? Где Кока-Кола? Кока-Кола где? Вот он, солдатик. 600, нормально, да, у меня же на Алмайте. Блин, вы знаете, что я так подумал? Я так подумал, ребята. У меня такая сейчас идейка появилась. Может, нужно было не ее брать, а может, нужно было брать вот этого, который у нас Демон Кинг. Их же 4 можно поставить, да? Вот это, конечно, хорошая идея. Мне кажется, с ним можно пройти далеко. Он же еще у нас, получается, гибридный. Ну, сейчас попробуем, ребят. Так, давай. Вроде пока хорошо идем. Главное, ребята, чтобы не заспавнилось где-то фиг знает где. Блин, реально, Демон Кинг, ребята, с одной секреткой, мне кажется, с Демон Кингом можно пройти далеко. Но сейчас попробуем. Если мы с ней не пройдем, то тогда Демон Кинга возьмем. А если пройдем, то тогда на нормал тоже нужно будет Демон Кинга взять. Смотрите, я вообще зачистил нормально. Да, вот они, смотрите, вот за счет того, что у нее All Might, конечно, за счет этого у нас получается здесь больше, они сильнее. По 600 у них ХП, и они сильно валят. Хорошо, смотрите. Опа, сейчас с одного выстрела сольет. А ну-ка, давай. Опа, тыдыщ, и все, и нет. Нормально. Это хорошо. Плюс, ребята, вы помните, они же фигачат не только по своей полоске. Они фигачат по всем полоскам, которые рядом. Поэтому нужно молиться, чтобы у нас полоски появлялись рядом. И вот вторая полоска появилась. Найс. Так, пока что везет. Хорошо. Так, 3000, давайте зарабатываем. Ну, ребят, если изи мы прошли, точнее, пройдем, дай бог. Посмотрим, сейчас будут еще вводные.
водные, эти, точнее, не водные, а воздушные будут, то тогда, мне кажется, на нормале уже нужно будет попотеть. Так, 3000 есть. Пока что, сколько у нас тут хп? Точнее, сколько дамага? 6000. Да, ребят, вообще, мне кажется, только опасно, очень опасно будет на последних уже волнах. Особенно, наверное, на 14-15 волне. Надо тут, короче, разработчикам придумать одну такую штуку, которую называть скип, что ли. Потому что тут скипать, конечно, вообще было бы хорошо. Особенно вот так вот, на таких вот волнах первых. Смысл тут столько стоять, если они так медленно идут. Смотрите, они только вот еле-еле сейчас идут. Бандит 332 хп у него. И деньги вообще пипец. Деньги, конечно, капают. Да, нужно было все-таки, наверное, брать эту подругу, которая пинг демон. Что-то мне так кажется, что она, конечно, бы лучше здесь, потому что она больше дает. Она чаще дает. То есть немножко больше бы зарабатывали денег. Ну ничего, ничего. То, как говорится, нужно все проверить. Поэтому мы, конечно же, тоже все проверим. Так, тут у нас вообще... Ее можно вообще даже не трогать пока что. Не тратить на нее деньги, потому что она по 6000. Видите, у нее по 6000 дамага. Можно вообще ее не тратить, ждать, пока у нас будет где-то дорожки появляться. И тогда уже смотреть, куда ее переставлять. Потому что что-то я уверен, ребята, что нам придется ее переставлять. Так, идут чуваки, идут. Да, хорошо, что я ее сюда поставил, ребят. Вообще, Настя, пока что все хорошо. 6 минут прошло. Мы потеряли всего лишь 28 хп у нашей базы. Так, четвертая волна. Деньги пришли. Так, и мы сразу за эти деньги, давайте еще чуть-чуть, мы сразу за эти деньги делаем апгрейд нашей фермы. Давай еще чуть-чуть, 450, есть, отлично. Все, тут нам вообще на изи хватает всего. 200 хп вообще не страшно. По 6000 у нее дамаг, вообще нам пофиг. Мне кажется, она даже тут редко стреляет, потому что солдатики все фигачат, ребят, смотрите. Вот он идет, сейчас какой-то может левую дорожку. Вот, видите, вообще, о, слил чувака немножко, который вот здесь стоит. Смотрите, как они его сносят нормально. Так, давай еще, перед. О, а, отлично, и сейчас бах, и все. Так, тут она доходит, и все, она его сразу 2000 хп, это ему сносит просто на изи. Так, нормально. Вот сейчас бы, конечно, пик демон вот сюда был бы в самый раз, ребят. Было бы отлично. Так, новый открылся, ребята, новый открылся. И что он нам говорит? Он нам говорит, что немножко беда, потому что мы не задеваем. Поэтому давайте мы сейчас продаем вот так вот. И ставим, ребятки, вот так вот где-то. Вот, отлично, мне кажется, так будет хорошо. И так вот постараемся прямо на сам край вот сюда. Вот, а ну-ка. Ну, более-менее нормально. Более-менее нормально, мне кажется. Ну, смотрите, уже три мы задеваем. Тут вообще такой круг. Смотрите, какой заворот жесткий. Так, апгрейдим дальше нашу. Все, нам пока что хватает. Можем смело тратить 6500, следующий 7500. Уже она по 4600 будет давать. Так, ну, ребята, прошло 9 минут. Пока что идет все хорошо. Но это, ребят, как вы знаете, все в начале. Только в начале такая движуха. Потом будет жесть, конечно. В конце нужно будет орать, тут бегать. Как вообще, как угорелый. Если сейчас третья появится, четвертая появится вот здесь, это вообще будет пушка просто. Даже если, ребята, у меня еще идея возникла такая, даже если у нас мы не будем задевать, мне кажется, что вот эти вот солдатики где-то вот здесь, даже если пойдет полоска, они смогут по ним стрелять. Главное, чтобы она где-то вот здесь параллельно не пошла. Если она пойдет где-то вот здесь параллельно, это будет беда. Так, уже по 5000, ребята, идут боссы. Блин, боссы по 5000. А у нее дамаг 6000. Ну давай разочек стрельни, пожалуйста. Разочек. А что ты по нему не стреляешь? Он еще не зашел. Он еще не зашел куда надо. Блин. Они еще так быстро бегают, смотрите. Так, давай. Вали его, вали. Давай. О, есть, найс. Все нормально, все, я спокоен. Так, 7... Не знаю, ребята, что делать. За 7500 делать апгрейд или ждать, пока что-то появится. Блин, опасно. Ну ладно, давайте рискнем. Сделаем апгрейд. У нас осталось... Что там? А, не, это шестая волна. Я думал, четвертая дорожка. Ух, так, теперь нужно деньги. Не, нормально. Смотрите, мы вернули эти деньги, которые мы только что потратили. Отлично. Нам сразу дали 7000, 6 с копейками. Отлично. Так, давайте, чувачки, где-то сейчас, ребята, скоро должна быть четвертая полоска. Вот самый теперь главный вопрос. Быть или не быть? Будет четвертая дорожка где-то вот здесь, либо она будет где-то вот здесь, в заднице мира, и все. И мы прохнули просто все. Это опасненько. Сейчас решается судьба, ребята, сейчас решается судьба этой каточки. Так, 9000. Пока что ничего делать апгрейд не буду. Пока что жду. Мы, в принципе, тут можем всегда сделать апгрейд. У нас тут получается разница небольшая, 1700, но тут 6300 на 8000, но тут, ребята, опасно, если мы сейчас 10 тысяч сольем, мне кажется, нужно делать запас, чтобы у нас хотя бы 1020 было, тогда можно уже что-то делать, либо апгрейдить, вот смотрите, как они идут быстро, смотрите, как они тут быстро идут, вот это опасно уже, появилась дорожка, блин, далеко, ребята, далеко, хотя задеваем, ребята, делаем апгрейд ей, короче, раз, два, три, все, денег не хватило, блин, что ж делать, ребята, что ж делать? И чалечка, я, наверное, даром потратил. Нужно было где-то вот здесь
наверное, ее поставить, чтобы она вот так вот задевала. Реально, нужно было, наверное, вот здесь ставить ее. Эй, Фанрикс, что ты тупишь? Блин, что ж делать? Может продать ее, ребят, может продать. Вот я боюсь, ребята, смотрите, сколько тут нужно, чтобы оно задело. Если оно вот здесь не задевает, то мне кажется, оно вот здесь тоже не будет задевать. Беда. Короче, сейчас решается, ребятки, сейчас решается. Возможно, эти чуваки мне немножко помогут, поскольку у них по 2000, а тут 1900. Возможно, они немножко постреляют здесь. Но надо, чтобы она их убивала. Ребята, пока она не убивает, они никого не сносят. То есть, они не исполнятся. Вот, убил только что, отлично. Вот так вот побольше надо. Надо, чтобы она вот этих убивала. А чё она не задевает его, я не понял. Блин, он не до... дорожка неудобная, пипец. Так, пока не трачу, ребята. Опасно. Вот они идут, стреляют, нормально. Главное, чтобы не было какого-то быстрого или вот такого на 6000, это вообще пипец. Но я думаю, она его должна тут слить. Вот тут она должна его слить. Блин, вот эту дорожку хорошо прям задевает, а вот эту не очень хорошо. Это прям в конце самом. Ну это прям опасно, ребята, я даже не знаю, что делать. Вот они сливают потихонечку его, Ну, есть. Так, давай еще одного. Опа, есть, и еще одного. Блин, попалась. Нормально, красавчики. Так, пока что хорошо идем. Блин, надо побольше денег. Может, я дождусь, ребята, когда пойдет последняя, точнее, не последняя, а пятая дорожка. Если она будет где-то вот здесь, я тогда, наверное, реально тут поставлю. Так, восьмой, ребята, восьмая волна, 26 тысяч у меня. Что-то у меня, короче, вообще с геометрией плохо, ребята. Если мы ставим здесь, то мы ее не будем задевать, наверное. Что же делать? Она только на возвышении стоит, ребята. Вот беда в том, что она только на возвышении. Можно было бы вот здесь поставить, там, где я стою. Но так не получится. Ладно, ждем еще дорожку. Ждем. Давайте я пока, наверное, я даже не знаю, делать апгрейд или нет. Нет, не буду я делать апгрейд. Денег жалко, ребята. Не буду пока делать апгрейд. Я думаю, нам сейчас лишние 10 тысяч пригодятся однозначно. И это вот сейчас уже 15 минут, ребята, прошло. Где-то сейчас должна быть еще одна дорожка, пятая. Пожалуйста, вот здесь заспавнись. Я тебя очень прошу. Пожалуйста, заспавнись вот здесь. Так, смотрим, где зеркала. Блин, нет, ребята, нет. Это все. Это Габелла. Это просто жесткая Габелла. Вообще не в том месте. Вообще. О май гад. Ну, давайте, короче, тогда пробуем ее просто полностью апгрейдить. Вот так вот. Раз. Чтобы она немножко сюда доставала. Если она не будет доставать, это все. Это Габелла. Два. Потом три. Ну, немножко достает. Четыре. Блин, ну, я даже не знаю, ребят. Шанс вообще просто нереальный. Просто нереальный шанс. Тут все так сделано для того, чтобы мы не сильно-то и доставали. Это она так специально сделала, ребят. Так, давайте еще разочек. Опа. А ну-ка. Ребята, ну шанс есть. Есть шанс. Давайте еще. 9800. Давай еще. Так. Опа. И что? Ну, блин. Ну, если у нее кулдаун не будет сюда доходить, то есть, если они сюда зайдут, и у нее кулдаун будет, то тогда есть шанс, ребята. Вот так вот мы еще поставим сейчас. Хотя бы ей одного здесь убить, и уже будет легче. О май гад, какие они жирные все по 30 тысяч. 30 тысяч. Так, а у нее какие она сейчас спавнит? Она сейчас спавнит по 9 тысяч. Блин, давайте последний. 10-й. Давайте, нам нужно 13 тысяч. Ну, я нигде больше его тут не поставлю, реально. Хоть ты тресни, никак не получится. Это самый реальный вариант. Смотрите, как оно, какой у нее вообще огромный рейндж. Просто нереальный рейндж. Может, они где-то сейчас будут тут тоже спавниться и тоже будут выходить потихонечку. Вот он отсюда вышел, и где-то кого-то здесь грохнет. Этот солдатик. Ну, это, конечно, вообще все просто, как говорится, на фарт. Как повезет. Лаки или анлаки, ребята. Смотрим. Так, нам бы еще чуть апгрейд. До апгрейда еще немножко. Еще немножко до апгрейда осталось 3000. Вот они идут. Ребята, один юнит, и все, и Габелла, смотрите. Ну, два, полтора юнита. Полтора. А ну-ка, попадешь? Есть! Слила! Она его слила! Второго давай! Есть! Пошли, солдатики! Найс! Боже, вообще, ребята, на грани! На такой грани жестко, смотрите. Так, ну, тут, конечно, рейндж пипец, но это все просто на реально нереальной грани. Так, ну этот, короче, если сейчас пройдет это все, это вафля. Смотрите, вот так вот. И сейчас кулдаун идет. Кулдаун у нее, она сейчас никого не сносит, потому что они быстро бегут. Нет, блин, нет, пожалуйста, нет. О, мой гад, ты че вообще? Смотрите, как на грани вообще, просто нереально на грани. Давай, фигач. Смотри, мы еще ну, немножко продвигаемся даже. Ребята, это пипец. Я в шоке, даже не ожидал. Блин, живем, ребята, живем. 10-я волна, живем. Давай, сливайся. Вот этот вот чувачок, пожалуйста, еще один выстрел. Опа, есть, найс. Давай, фигач, ребят, один. Он один в соло, тут вообще всю волну, смотрите. Опа, есть. Я такого еще не видел, ребята. Это просто жесть. Я такого еще не видел. Смотрите, он в соло всех валит просто. Найс, смотрите, второй. Еще раз, еще этого. Дорожка где появилась? Дорожка где-то появилась. Где она? Вот она. Ребята, задеваем. Блин, задеваем, но очень тяжело. Задеваем, но пипец.
пипец, как тяжело. Ой, гад. Ребята, ну мне кажется, что если я бы сделал сейчас Демон Кинга, я вообще слился реально. Так, ребята, сколько мы уже продержались? Мы уже продержались 20 минут. 17 тысяч у нас. Давайте делаем, короче, вот так вот. Ну, нам и так уже эти деньги некуда девать. Так, шансы, шансы. 10 тысяч, ребята. Делаем ставки. Пройду или нет? A few moments later. Так, ребята, у нас 15-я вала. Остается 1 минута. Боже, неужели я пройду? Ну, что-то я сам мало верю, конечно, в это. Ну, всякое может быть, ребят. Всякое может быть. Они же тоже, солдатики, тоже фигачат по юнитам, которые у нас летучки. Они же, по-моему, тоже по ним фигачат. Да? А ну-ка, давайте проверим. Вот, летучка сейчас будет. Опа. Да, по летучкам фигачит, ребята. Хорошо. Это очень хорошо. Вот. Еще одна летучка улетела. Нормально. Так. Опасненько, опасненько. Все приближаются. Все приближаются. Жирные юниты идут. Вот самые опасные, это, конечно, жирные. Единственное, спасает, что у нее немножечко получше у нее с ауешными скиллами. То есть, она фигачит хорошо. То есть, всех сразу сливает, кто на полоске стоит. Вот это хорошо. Только у нее кулдаун какой? 7 секунд, ребята. 7 секунд. Это пипец, конечно, кулдаун. Так, ну давай всех слей. Тут всех. Всех давай. Фигач. Фигач. Блин. Все. А тут мы не сможем уже, я думаю. Тут, я думаю, мы уже не сможем. Все, ребята, все. Габелла. 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 Боже, чуть-чуть оставалось. Боже. Ребята, ну я считаю, что мы достойно прошли. 15-я волна. Нам просто не повезло. Просто чуть-чуть не повезло. Но все равно, мне кажется, это было прикольно. Если хотите продолжение такой рубрики, тогда обязательно ставьте лайкусики. Пишите, какой еще секреткой попробовать пройти. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. А с вами, как всегда, был ваш Фандрик. Желаем хорошего настроения и до встречи в следующем ролике. Пока-пока.